многие из которых сделали косплей видно за час перед выходом, почему они все на сцене, потому что это гостевое выступление косплееров. У нас есть три номинации. Если у вас есть даже простенький костюмчик, вы сейчас сидите в зале, вот девушка, я вижу, сидит с розовыми волосами, выходите на сцену. У вас есть шанс выиграть 100 комиксов. Сейчас на кону 100 комиксов. Ребята, это вот такая огромная пирамида из книг. И ее получат... Вау, как страшно. Ну, в смысле, очень классный косплей. Это сегодня Хэллоуин, когда страшно, говорят, значит, крутой косплей. Все, кто пришел хоть в каких любых костюмах, выходите на сцену. У нас сегодня три номинации. У нас сегодня есть полноценное жюри. Это конкурс от Микрокомикона, который дает шанс всем, кто подготовился к этому празднику, все равно уйти с фестиваля не с пустыми руками. Очень вас много. Класс! Вылезайте все на сцену. Еще пусть люди видят, как много вас незарегистрированных, кто не успел заявку подать вовремя. Ура! Это жюри! Вот эти девчонки будут вас судить. О, Фиона! Помню, ты участвовала в битве косплееров. У Микрокомикона была раньше битва косплееров, когда выходили косплееры и должны были сразиться в словесной битве. Там правила были такие, твой костюм настолько плох, что никто остроумнее всех отвечает, тот выиграл. Но мы решили отойти от таких жестоких правил. Вы же в костюме, что вы сидите? 100 комиксов на кону, девушка. Так вот, батлов устраивать мы не будем, потому что вас много, это нас. Если устраивать батл, это продлится до, не знаю, до полуночи, может быть, до завтрашнего дня. Поэтому мы сейчас... Кстати... Сейчас мы забыли, какие у нас номинации. Сейчас мы нас откроем запись ВКонтакте, я пока потяну время. Короче, мы устроим сейчас танцульки. Нет, танцульки нормальные. Если не хотите косплееры короли этого праздника, косплееры короли любого фестиваля. Дефиле? Танцульки. Давайте тогда... Смотрите, у нас есть три номинации. Девушка, вы в костюме, идите на сцену. Да, да, вы. Вы постарались. Это уже достойно. Вы уже можете претендовать на главный приз. У нас на кону, напоминаю, 100 комиксов и 3 ананаса. 3 ананаса, ребят. Мы не можем найти эту запись, что мы там обещали. У нас будет самый трешовый костюм. Давайте мы сразу разделимся по номинациям, чтобы... Будет самый страшный костюм. Кто считает свой костюм самым страшным? Ребята, вы вставайте тогда слева. Вот все, кто считает свой костюм страшным. По центру давайте встанут те, кто считает свой костюм по комиксам. Вы можете сами выйти на сцену и передать шоколадку. Так, слушайте, ребята, тут кто-то выходит, дает шоколадку. Будьте аккуратны. Шоколад от незнакомца. Так. Так, и с правой стороны у нас самый... Так, это самый страшный. Комиксы. А здесь самый трешовый. Кто считает свой костюм самым трешовым? Да-да, надо... Молодец, парень, надо четко оценивать свои шансы. Вы не пиво.
Да, очень классно. Так, все, все распределились? То есть у нас... Тебе... А у тебя какой костюм? Ты как тебя оцениваешь? Вне конкурса? Мимишный? Комиксы, страшный, либо трешовый. Ребят, вот такие правила. Это гостевой косплей. Да, да, в трешовый иди, мама говорит. Переходи на трешовую сторону. Так. И сейчас у нас будет, давайте, чтобы освободить зал, мы сначала запустим конкурс для тех, кто трешовые костюмы. Извините, что вы сами выбрали себя в этой номинации. Чуть-чуть отойдите правее. Комиксы самые страшные чуть-чуть левее. Ой, ну наоборот, я имею в виду. А по центру, сейчас мы врубим музыку, и кто из вас будет круче зажигать, тот и выиграет. Косплей по комиксам. Так, а вот ежик из смешариков, он что делает в косплее по комиксам? А, комиксы есть по смешарикам, точно. Все. Все четко. Ребята, и теперь магия. Вы не поверите, но сцена увеличилась вдвое. Повернитесь назад. Вау! Итак, по центру остаются ребята, которые борются за главный приз в номинации комиксы. И теперь музыка по комиксам. Врубаем. А можно... Либо «Звездные войны», либо «Боевики».
нас и поделите комиксы. Договорились? Все, вы в финале. Ребята, все, кто участвовал в номинации по комиксам, вы можете занять места в зале. Мы сейчас и посмотреть, как ваши коллеги борются за звание самого страшного и самого трешового костюма. Пионер, а ты куда уходишь? А? Ты в трешовый костюм, конечно. Ты что, второй шанс? А ты кого косплеишь хоть? Джедая? Давай. Так, Люк Скайуокер. Вот такой вот. Русского разлива. Вау, это что такое происходит? Тын-тын. У меня столка такая есть тоже. Так, все. Давайте выберем самый страшный костюм. Ребята, выходите на центр. Давайте самый страшный костюм выберем. Маленький Дарт Вейдер. Согласны, жюри? Берите сухарики, пожалуйста. Спасибо. Да, давайте сюда. Все, я ему сказал, за кого голосовать. Я шучу. Нет, он будет честно выбирать. Вот он достал свой меч. Ты только не бей их раньше времени, как мы договаривались. Итак, вот так как у нас только два трека «Звездные войны» и «Бенни Хилл», можно музыку «Бенни Хилл». Я, к сожалению, не знаю, что за герои наклеены. В кожаном... Так, ладно. Вы, да? Сессия! Так, можно я разделю вот приз, так как у нас три ананаса, от ананас я даю этим девчонкам. Потому что они... такими непутимыми лицами стоять, когда вокруг такой... Это вообще, это многого стоит. Ну, хотя бы ананаса. Так, а что же, какое же решение у нас Дарт Вейдер? Ты, кстати, знаешь, что такое сессия? Это как Дарт Вейдер для Люка Скайуокера. Вот, слушай, кто тебе показался самым страшным? В хорошем смысле этого слова. Какой костюм тебе больше всех понравился? Сессия! Смотри на всех еще раз. Посмотри, какие страшные красавцы. Не манипулируйте чувствами ребенка. Так, Overwatch любишь, да? Борется за
одну треть комиксов. Так, Overwatch почему уходит? А что это? Кто? Это аниме? Ой, о, Undertale, конечно, я имел в виду Undertale, это вы простите. Ошибся в названии твоего фандома, но именно Undertale я имел в виду. Итак, так как у нас два трека, «Звездные войны». Теперь расстроен, что не прошел в финал. Ну, это такая игра.
смысле, не игра. 25% это угодно. Да, давай, 5 часов.